Для того, чтобы сделать прекрасные спрингроллы, нам понадобится терка для корейской моркови. Берем огурец и натираем его на корейской терке. Затем берем перец. Срезаем тонко стеночки. Затем режем соломкой. Чем тоньше, тем лучше. Манго. Обычный магазинный манго. С помощью овощечистки очищаем его от кожуры. Манго тонкими ломтиками срезаем так, чтобы нам не помешала косточка. Затем нарезаем тонкие ломтики соломкой, примерно так же, как огурец и перец. Мелко режем креветку. На один ролл нужна всего лишь одна креветка. Перья зеленого лука разрежьте на три части. Наливаем на сковородку подсолнечное масло и быстро в течение 10 секунд обжариваем кусочки креветок. Добавляем черный молотый перец, щепотку соли и добавляем устричный соус, буквально 1 столовую ложку. Теперь быстро перемешиваем, креветки готовы. Подготавливаем ванночку с водой. Рисовую бумагу нужно всего лишь обмакнуть в воду, не надо ее вымачивать. Сразу же достаем ее на доску и начинаем выкладывать сливочный сыр. Сливочный сыр прекрасно дополняет овощи. Теперь болгарский перец, манго, огурец, лук и креветки. Аккуратно сворачивайте, подтягивая внутрь. Вот такой ролл получается. Разрежьте его для красоты пополам и выкладывайте на тарелку. Подавайте с соевым соусом.